Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас шаурма. Меня давно просили ее покушать вместе с вами. Домашняя шаурма. Готовится она по-домашнему. Расскажу чуть-чуть позже, как. Хочу сразу всех поблагодарить за комментарии. Спасибо за поддержку, за лайки. Не переживайте, у меня будет два видео. АСМР и мукбанг. Будем их чередовать. Никого не обидим. Будет интересно. Пишите, не забывайте свои вопросы. Постараюсь ответить на все. Ну и, пожалуйста, присоединяйтесь. Берите что-нибудь вкусненькое. Поехали. К шаурме у меня будет гранатовый сок, напиток. В общем, по-разному. Всем приятного аппетита. Вот такая шаурма. Очень аппетитно выглядит. Хрустит. Попробую показать вам. Поймает фокус. Да. Итак. Чем хорошо, что домашняя шаурма? Если вы хотите больше туда положить грудки. Кстати, она куриная шаурма. Между прочим. Положите. Вот я как готовил. Грудку нарезаешь, обжариваешь. Паприки туда насыпаешь. Что еще? Вместо... Сейчас, секунду. Вместо чесночного соуса я положу туда сырный. А это уже кому как угодно. Все это дело обжарил со специями. После этого, ну а дальше все знают, как ее готовить. Дальше на лист это все выкладывается. Огурчики там, капусточка. Острая морковочка, ну и так далее. Кстати, можете написать, как вы делаете шаурму. Также помидорчики сюда положили. Зеленочку я так больше люблю. Кстати, забыл озвучить в прошлом видео вопросы некоторые. Ну вот один, что вспомнил. Какую ты больше любишь музыку? По музыке скажу одно. Конкретного направления у меня нет. На работе слушаю радио. Раньше больше любил русский рок. Сейчас такое. То, что крутят, то, что больше нравится. Русское, иностранное, всевозможное. И, кстати, еще одна история. Когда я еще не работал,
денег у меня как таковой не было. Я ходил на практику. Практика была оплачиваемая. Мне, кстати, повезло с этим делом. Ну, оплатилась она, естественно. Ну, как практикантам платят. Я деньги собирал на музыкальный центр. Они только появились. Я очень хотел. Ходил вокруг да около в магазине центра. Со мной уже консультанты здоровались. Я все вопросы задавал. Чем он лучше? Какой лучше? Ну и все такое. Ну и в итоге насобирал. За 3,5 месяца. Там чуть-чуть не хватало. Ну, родители добавили. Радости было полные штаны. Что? Две кассеты. Диски, которые сами там вращаются. Ну, я имею в виду, их там 3 штучки ложишь. Первый диск у меня был B2. Мне, кстати, до сих пор нравится эта группа. Но первый, конечно, диск незабываемый. Этот звук. Эти басы. Хотел переслушать все кассеты, которые были. Чтобы по-новому услышать песни. Все, маманьку доставал, говорю, иди, послушай. И это что, ей все равно. Играет музыка, да играет. А бабушка бум-бум-бум-бум говорит, что оно все бумкает. Чем есть что вспомнить. А перед этим у меня был... Карты, что старый, конечно. У меня был бобинный. Еще, может, узнает, какие бобины. Круглая. Магнитофон. Как же он назывался? По-моему, Яуза. Как это? Тяжелый. Мама, не говори. Тем не менее. Кстати, шаурма очень вкусная. Я не знаю, как вы делаете. Поделитесь рецептом, буду очень признателен. Лучик остается. Может, какие-то новшества подчеркну. А после бобину телефона, ой, телефона, магнитофона, у меня был кассетный, одна кассета, не весна, как у всех было, мне так страшно хотелось эту весну, она громче играла, а мне же хотелось погромче. Огромная шаурма, ребята. Вкуснейшая. Лопать добрячий. А этот магнитофон, который у меня был, Скиф он назывался, везде тягал, на улицу мамка ругала, страшно.
В общем, есть что вспомнить. Еще мы в детстве любили баловаться. Кто не любил в детстве баловаться? И чудили. И картошку привязывали к бабушкам. Ну, точнее, не к бабушкам, а к окнам, где жили бабушки. Ох, они туда нервничали. Ой, нервничали. Мы где-нибудь запрячемся. Сидим, смотрим. Ой. Было, конечно, интересно. Но потом все равно по ушам прилетало. И веревку перетягивали через дорогу вечером, когда уже все смеркалось. Смеркалось, знаете. Веревку натянем, повесим туда всякие веточки, все, дорога типа перекрыта. А сами сидим в кустах, наблюдаем, как водителя будут нервничать. Кто уезжал, кто рвал, кто разворачивался. Всяко было. Мои друзья еще дальше пошли. В доску заколачивали гвозди и ложили вечером на дорогу. Ложили, так они ложили. И сидели, кстати, недалеко в кустах. Пока один дядечка на самосвале их не заметил, не поймал, не заставил абортировать колесо. Такая была поучительная история для них. А по поводу музыки, что вам еще сказать? Раньше, как только появились еще радио такие маленькие, там динамичек такой, антенка выдвижная, все ходили с этими радио. Слушали музыку. Попробуем немножко намазать что-нибудь. Шарлотка тут идет. Видно, какой лапоть. Обалдеть. Ну, поехали. Радио. После маленьких вот этих радио пошли плееры кассетные. У меня, наверное, было 2 или 3 плеера потом. Хотел лишь получше.
наушники, чтобы же хорошо играли. Сейчас, одну секундочку. Салфетки возьму. Блин, ребята, извините, камера немножко выключилась. Я тут вам рассказываю. Вот. Кстати, тоже еще раз расскажу. По поводу музыки говорю. Что точно я слушал на кассетах. Ну, сейчас периодически тоже слушаю. Ария. Точно была ария. Скорпионы. Скорпионс. Во. Потом вот это. Скутер. How much is the fish? Может, помните такой? Почем рыба? Такие. Иностранные всякие. Типа скин-тапки вот эти. Макарена. Вообще по песням мне нравится тексты, чтобы обязательно там был смысл. И вот этот вот скрытый смысл там. Его надо догадаться, додумать. Маманьку в свое время я очень доставал. А вот ты понимаешь, а вот ты слышала, а вот ты чувствуешь энергетику песни. Мелодичность уже должна быть, ну, для меня не всегда это важно. Кстати, я сейчас вспоминаю про те времена. Может быть, кстати, тоже кто-то сходит. Как оно что было, через что мы прошли. Как до нас доходили эти инновации. Очень-очень все быстро произошло. Кстати, маме хочу передать огромный привет, если она меня смотрит. Шаурма очень вкусная. Всем рекомендую уделить немного времени и завернуть такую шаурму. Может, не такую, может, по вашему рецепту, как я больше нравится. Вам близкий только скажу спасибо. Тут, кстати, не стесняйтесь в комментариях, пишите вопросы, какие вас интересуют. Что бы вы хотели услышать, убедить. Быстро время летит, вот и третья шаурма подходит к концу. В последнее время мне что понравился сок гранатовый. Такой довольно-таки интересный. Насыщенный вкус.
Еще раз огромное спасибо всем, кто меня смотрит, всем, кто пишет комментарии. Мне очень приятно, очень. Ну, очень надеюсь, что вам было так же вкусно, как и мне. До следующих видео. Пока.